Из чего состоит ежедневный уход за котиком? Утро начинается со смены водички и мытья миски от влажных кормов. Затем наполняем миски. Я кладу одну пачку влажного корма и досыпаю сухой. Котик утром уже умылся, но нужно ему помочь. Протираем влажным диском глазки и носик, чтобы избавиться от темного налета. Еще советую протирать лапки от грязи и пыли, можно просто влажной тряпочкой. В течение дня выдайте котику необходимые витамины. Бенни принимает мультивитаминный комплекс в виде жевательных таблеток рыбок, а в период линьки я даю ему еще и подушечки для вывода шерсти. Переходим к лоточку. Если в течение дня котик оставляет в лоточке твердые отходы, то их нужно сразу же убрать и досыпать наполнителем. Вечером можно провести расчесывание перчаткой. Это не только приятно для котика, но и полезно, и не дает образовываться колтунам. Затем снова накормите котика, угостите вкусняшкой за хорошее поведение и погладьте.